Наташа, кто у тебя в руках? Расскажи нам. Мирая, моя подружка. С тобой будет кататься? Да. Ну что, пойдемте на горку? Конечно. Наташка залезает. Галя тоже он кусается. Только Наташа катается на качели. Ну, мой Наташок катается на качели. А я Ичка на карусели. Ичка на карусели, он там катается. Песочницу, ну давай. Где? Там уже игрушки лежат, Наташа. Лопатки, ведерко. Давай цвета можно с тобой посадить. Посмотри, разного цвета есть игрушки. Я пинкла. Грабли какого цвета? Красный. Наташа, грабли какого цвета? Красный. Красные грабли. А мои red, правильно. А мои грабли какого цвета? Green, зеленые. Умница. А какие твои грабли? Молодец, синий, покажи.
папы синие грабли. Умница. Карли, показывай. Отлично. А у нас, посмотри, еще есть какого цвета божья коровка? Где? А вот лежит. Помнишь? Оранжевая. Оранжевая, правильно. А по-английски как? Оранжевая. А это какого цвета она? Пинк. Правильно. Умница. И еще есть грабли. Да, еще грабельки есть. Кому грабли? Кому грабли? Давай мне. Площадка игровая находится в дубках. Это у нас такой маленький лес. Здесь даже слышно, как поют птицы. Мороженое кушаешь? Какое у тебя мороженое? Ой, какое замечательное мороженое. Вкусное? Хорошо, молодец.